Здравствуйте, мы студентки третьего курса кафедры издательского, редакторского и дизайнерского искусства Каргужинова Даяна и Мукашова Равшан. Сегодня мы хотим ознакомить вас с сайтом, который мы создали на протяжении всего семестра. Мы создали этот сайт на основе сайтов Wix. С помощью этой платформы в течение семестра мы узнавали много новых функций. Сайт посвящен начинающему фотографу. Главное, вы можете ознакомиться с некоторыми работами фотографа. На мое вдохновение вы можете увидеть, из чего черпает фотограф вдохновение. Чтобы подробнее ознакомиться с работами фотографа, вы можете перейти по вкладке «Портретная фотосъемка» и более подробно ознакомиться с ее работами. И также, чтобы узнать более подробно о самом фотографе, вы можете перейти на вкладку «Обо мне» и там более подробно узнать о фотографе, о том, как с ней можно связаться. Также вы можете перейти по ссылке, чтобы посмотреть ее Инстаграм и работы в Инстаграм также. С помощью предмета «Основы веб-страниц» мы узнали, как можно создать сайт. В течение всего семестра мы научились различать вообще, чем отличаются страницы друг от друга, сайты. Много узнали о казахстанских сайтах также. Разузнали больше информации вообще, как появился сайт, как появились веб-страницы, когда все было создано в первый раз. Курс был пройден отлично.